Ну реально, он не может сюда зайти, он жирный. Серьезно, он настолько жирный, что он не может сюда. Это что? Ты посмотри! Ты видишь это? Кто стене пришил зубы? Что это за дичь? Вот это было внезапно сейчас! Это что за скримеры такие? Да как же ты это делаешь-то? Сейчас это было максимально близко, и он сразу появился снова. Привет! Сегодня будет финальная серия FNAF 4 Коопа, где мы с котенком Лайком попытаемся справиться с огромным кошмарным Фредбером. А получится это у нас зависит только от вас, поэтому завозим лайки прямо сейчас. Это канал FNAF Play, а я Golden Freddy, и погнали играть! Итак, это FNAF Кооп 4 с котенком Лайком, пятая ночь сразу, потому что самая жесть сейчас начнется. Ты готов к жести? Я готов к самым грязным, жестким штучкам. Все, сейчас придет Фредбер и будет нас жрать. А у тебя фонарик работает? Да, ну как... Подожди, а у меня не работает. Так, начался... А, вот сразу бежим нахрен отсюда, я тебе советую. Я тебе говорил, не бери фонарь, у тебя в Китае. Бежим отсюда! Я, может, батарейку возьму? Как в предыдущих ночах? А давай батарейку попробуем взять. Потому что, типа, у меня фонарь больше не работает. Короче, он шепчет нам, что нам хана, если что. Где он появится? Я пойду за батарейкой. Давай, я как бы прикрываю, если что, твой пукан. Батарейка есть, есть, все, взял. Тихо, вы да. Не работает! Тихо, надо как-то убить, ты его убил! Ты что с тобой? Что с тобой? Я все, я никого не убил. А почему у тебя работает? О, у меня тоже, подожди, не понял. Фонарь на другую. На другую кнопку фонарь си. Все это габел, че? Я в курсе, я тупой, ладно, съешь меня. За то, что я тупой, просто. Я, короче, нажимаю на правый клик, а на левый, ты понял, да? Ну, кто же знал, да. Он нас сожрал. Перепутал я кнопку фонарика, надеюсь, сейчас такого не произойдет. Давно мы не играли, поэтому... Поэтому да. Да, и поэтому... Всякое здесь, может быть. Поэтому вам надо завести как можно больше миллионов лайков под наши видосики, чтобы мы смогли выжить, иначе Фредбер нас сожрет еще раз. Да, мне кажется, он в любом случае нас сожрет, даже если 1 000 000 лайков нам поставят. Значит, надо больше лайков, согласен? Ну, ему... Я-то согласен, но Фредберу-то пофигу на лайки. А вдруг лайки убьют его? Вот это будет поворот, да? Да. Так... Ладно, вот мне интересно, где он появляется. А если просто, ну типа, он же один. Если мы загоняем его по кругу, например, где-нибудь. Так, я вижу его. Я вижу, он бегает, смотри. Ты где? Я если мы будем бегать реально по кругу. Подожди, подожди. Кстати, по кругу бегать, это же гениально. Вокруг спальни просто и все. Да. Тут же можно вокруг спальни гонять. Все, я уже за тобой. Так, он же нас не поймает. Так он сейчас где-то, где он появится? Не знаю. Я тоже не знаю, что делать-то. Он появился. Так, ладно. Он летит, он прям летает. Тихо, ты убегаешь? А, я его убил. Я убил его фонарем. Отлично, спокойно. Я просто бегу, мне насрать. Он ломает дверь, я понял. Так, просто бегаем по дому. Глаза на плакатах. Он сзади? Глаза на плакатах, смотрите. Глаза. Так, ну я, бежим просто. Все, давай по кругу просто. Да, я по кругу бегаю. Короче, мы... Да, отлично, беги за мной. Так, надо дверь открыть. Сразу открыть. Ага, открыл. Так, где он? Его пока нету. Я контролирую ситуацию. Ты контролируешь ситуацию? Я не знаю, я не контролирую свой пукан, который сейчас от страха наложит здесь. Что такое, он тебе? Да. Надо контролировать. Что, он там, да? Ты его вспугнул фонарем? Да. У нас есть фонарь. Нам всего-то надо выжить 25 минут. Нормально, сможем. Всего 25? Да я шучу, меньше. А что нам мешает вокруг кухни бегать, вокруг этого стола? Что он нам сделает? Ну что он нам сделает? Во-первых, он ускоряется быстрее нас. А, ну у нас есть фонарик, как минимум. А как максимум у него садится батарея. Так, а батарейки есть у Плюштрапа, если что? Надо бегать. Надо... Не, надо бегать. Надо реально бегать. Слушай, а вот это место хорошее, вот тут можно бегать. Ты серьезно? Ты серьезно? Я не видел. Ну ладно, переключайся на F12 и смотри, как я буду его уделывать. Что это было? Его вообще не было даже рядом. А часы? А у меня ничего. Свобода, давай проверим, сможно ли его загрузить вокруг стола. Вот что ты мне сделаешь? Так, он меня не видит, да? Все? Он застрял. Он застрял. Лох!
Давай, он жирный, как поезд пассажир. Ну вот и что он мне сделает? Вот просто объяснить, что он мне сделает? Он тупой. Ну все, я выиграл. Я выиграл. Эй, медведь. И серьезно, смотри, это победа. Да это изичная карта, он реально тормозит. Мы могли бы тут тупо сидеть вдвоем и все. Ну реально, он не может сюда зайти, он жирный. Серьезно, он настолько жирный, что он не может сюда. Картина пропала, ты видел? Я видел, да, он ее съел. Ты что, наркоман? Он жрет картины. Он голодный. Так, нет, не надо. Тихо. Я контролирую ситуацию. Ты посмотри на эти глазки. Так, подожди. Да, как ты выжил? Он уже заспал. Да я вот засветил фонарем. У меня еще есть на один. Да не надо жрать меня, не надо. Да сраный ты наркоман, отстань. Все, фонарь кончился, я пошел. Да твою ж налево он появляется за секунду. Давай, мне хана, да, мне хана, до свидания, мне хана. Он меня догонит, он меня убьет, он меня сожрет, что делать? Он меня сожрет нахрен! Вот твой труп! Черт! Это было так внезапно! Он один, он здоровый! Он здесь прям! Штаб появился! Он тебя убил, нет? Нет, это я посветил прямо ему. Какого фига он? Он где? Я не знаю. Так, ну ты не пались, смотри, сиди в углу. Сядь на меня сверху. И мы не спалимся. Так, смотри, ну все, ну смотри. Ну и что? И как он нас найдет? Вот скажи, как он нас найдет? Ну смотри, он орет, но он нас не найдет. Все, просто двоих. Нет, я-то жив. За хитрый план. Он сожрал тебя. Как вишенку на торте, знаешь? Это что? Ты посмотри! Ты видишь это? Да, это шипы какие-то. Стена убийца, она жрет меня? Подожди. У стены выросли зубы, что за говно? Я не понял. Ё-моё. Кто стене пришил зубы? Что это за дичь? Он пришел за так, тобой. Так, подожди, но он тупорылый. Нет, он не тупорылый. Я пошутил. Подожди, а какого фига у стены зубы? Я не понял. Я не знаю. Тихо, это я испугался сейчас. Ладно, бывает. Да хватит на меня орать. Слышишь, ты наркоман. Еще зубы. Тихо. Слушай, он все... Это украшения на Новый год такие, да? Стены на зубах. Ой-ой-ой-ой-ой. Я побил. Еще стены на зубах. Ой, короче, я запутался. Я пошел за батарейкой. Зубы на стенах. Да, да, да. Так, плюс штраф, давай не надо, пожалуйста. Отстань. Вот сейчас не до тебя вообще ни разу. Вот ни разу вообще. Давай. Смотри, не, он очень быстро бегает. Вот что меня бесит. Да, он ускоряется как-то резко. Прям вообще нереально. Так, он там долбится в стену, он летает. Ты, блин, летчик-испытатель, хорош. Хороший испытатель. Да. Блин, я забыл, что фонарик. Короче, он как-то непонятно включается. Я его когда включаю, я слышу щелчок, но. Кстати, а сейчас картина нормальная, видишь? Типа глаз. Пока да, они исчезают. Тот там минимум пролетел, как дурак. Че? Не понял. Что происходит? А, вот, все летит сюда! Он как псих! Эй, глупый медведь. О-о-о. Вот это было внезапно сейчас. Это что за скримеры такие? Он все ближе и ближе подходит. Ты видел? Появился, начал меня пугать. Что это за... Мишка, Мишка, ты хороший. Только не жри нас. Ну тебя-то он уже сожрал. Ну меня-то сожрал. Когда там уже 6 утра? Надо было на часы хоть глянуть, я даже не успел. Да ты ах, читер, что ли, я не понял! Непонятно. Ты видишь, что он делает? Вижу. Короче, он раскусил нашу тактику галактику и теперь издевается. Да как же ты это делаешь-то? Сейчас это было максимально близко, и он сразу появился снова. Фу, я думал, ко мне побежит сейчас, спокойно. О! Да как ты это делаешь? У меня нет фонаря. Там еще одна батарейка была, быстрее! Давай, беги, сколько так, времени надо глянуть заодно? Почти! Сейчас! 5 утра! 5 утра! Нет! Отвечай, давай, 5 утра! Летим. Нас час остался! Так, плюштрап, давай вот только вот, пожалуйста, если ты меня убьешь, ты будешь говнючий, плюштрап, понял? Говнючий ты будешь! Взял! Пожалуйста, выбеги! Есть! Нет! Как? Ты чё, собака сутулая? Он прям в проходе меня убил! Почти да прошу. Как? Он меня убил в проходе, я даже фонарь включил, он даже исчез, ты видел, я потом сдох. Было 5 утра, там, возможно, оставалось секунд 10.
Это был нежданчик. Так обидно было, блин. Ну, короче, если поставите много лайков, то в следующий раз мы обязательно это пройдем, если вам понравилось. Да, друзья, зависит только от вас следующая серия. Если вы поставите много лайков, если наберется много просмотров, то мы обязательно уделаем этого медведя в следующей серии. Если не набираете лайки и просмотры, мы не будем больше играть во FNAF Co-op. Так что, друзья, все зависит только от вас. Ставим лайки прямо сейчас. Как вы видели, нам осталось выжить всего один час. Это была практически победа, но Фредбер все-таки в конце ночи меня съел. Поэтому, друзья, если вы хотите продолжение, если под этим видео наберется много лайков и просмотров, и, конечно же, комментариев, то обязательно продолжение выйдет. А сейчас, друзья, всем удачи и всем пока!